Семьи Киречевых и Яковенко сегодня ждал еще один сюрприз. Областную награду за супружескую верность они получили из рук губернатора Архангельской области. В этом году медали за любовь и верность удостоены 70 семей из Архангельской области. Сегодня медали из рук главы региона получили 18. Все прожили в браке не менее 25 лет. Символично, что случилось 8 июля, в день хранителей семьи Петра и Февронии. Если мы будем подражать этим замечательным людям, если мы еще будем их просить, потому что мало того, что вот знать их историю, их жизнь, еще нужно к ним обращаться. В народе ведь как говорят, под лежачий камень вода не течет. Чтобы мы не были лежачими камнями, чтобы Петр и Феврония всегда были нашими помощниками. С праздником вас! Познакомились на Севмашпредприятии города Северодвинска, где добросовестно трудились до самой пенсии. Всегда и везде были вместе, и дома, и на работе. В их семье выросла дочь, две внучки. Медаль за любовь и верность вручили двум северодвинским семьям – Киречевым и Яковенко. Николай Васильевич и Анастасия Ананьевна Киречевы в браке прожили 65 лет. Поженились 21 июня, ровно через год родилась дочь Татьяна. Еще одна северодвинская семья – Иван Александрович и Маргарита Сергеевна Яковенко. В браке живут 42 года, в семье родились и выросли двое сыновей – Игорь и Денис. Оба живут и работают в Северодвинске, занимаются предпринимательской деятельностью. Подрастают три внука. Каждая семья, которую отметили сегодня, создала крепкие семейные узы и достойно воспитала детей. Также Игорь Орлов наградил почетной грамотой губернатора отцов многодетных семей и супругов, которые в 2016 году отметили 50 и 25 лет совместной жизни.